Друзья, привет! С вами семья Шиловых. Как там сила мощь-то? Сила мощь. Сила мощь. Все, наши проекты Культура. Культура у нас вообще. Сегодня 4 градуса на улице тепла только. У нас и детская. 3 июня. Да, у нас 3 июня. У нас сегодня Культура и детская. Это солнце. И взрослая. Все мы идем на тренировку, оделись довольно-таки тепло. Вот, это мы вам просто показываем свой пример. Пойдем. Свой пример. Что мы всей семьей идем на тренировку. Друзья, где вы там? Вот, поэтому любые выходные — это не повод лежать в кровати долго. Хотя мы сами, да, так делаем. Но сегодня не, сегодня у нас вот так. Мы сейчас позанимаемся и сразу поедем в спортивный клуб. Да, почему опять же такой мотивирующий подкаст, которых уже было 10 тысяч, да, что называется, что надо с утра, там, ля-ля-фа-фа, я уж их не записываю давно. Я просто потому, что многие люди, кто хочет начать сам заниматься, бегать с утра, все время ищут какого-то, ну, тот, типа лето, например. Там лето наступит, станет самое тепло, ребят. А если лето никогда не наступит, самое тепло? Вот сейчас такая ситуация, что мы топим дом даже летом, что называется. И может быть вообще все летом будет такое, и вы еще так и не приметесь бегать. Да не, смотрите, мы ждем. Если вы бегали с весной или не бегали, это не важно, а думали, что летом будете бегать, ну представьте, что все, вот, вот такое лето, как в том анекдоте. Такое хреновое лето, сказала Машенька, и забросила корзинку далеко в снег. Одевайтесь просто правильно, и все будет нормально. Все, мы побежали. Вернее, там пока я добегивал, мои уже прибежали домой и сделали полезный завтрак, а вот дочка еще намесила сачка свежевыжатого. Как раз сейчас на углеводное окно идет, и вот это дело сам залить туда гораздо лучше, чем набуртолить себе сам сладкого чая с сахаром, с рафинатом. Кстати, не путайте такой сок с покупным соком из магазина, там тоже сахар один. Все. У нас у каждого своя пищевая программа с утра получилась так. Да, конечно, вон она там. Что ты ешь? Я яичницу из цельных яиц и грудку куриную. Яичницу из цельных яиц и грудку куриную. У меня 4 яйца, 2 без желтка, из них то 4 белка, 2 желтка. Это, я не помню сколько грамм, надо посмотреть сейчас по таблице, 100 грамм, значит, макарон приготовленных, отваренных. И для грудка тоже 115 грамм. Дочь, у тебя что? У меня хлопья, но я хотела мюсли. Да. Банан и йогурт. Ну, то есть нам нужно, понимаете, сейчас углеводы по-любому нужны немножко, потому что мы на тренировку сейчас едем. Там они как раз уйдут все, они как раз, пока мы доберемся, это там 40 минут, мы не раньше там будем. Угу. Вот, и получается все нормально. И, конечно, белок, а жир по минимуму. Правда, желтки цельные, ну ничего страшного. Ну, вот так и продолжается. Да. Это после бега, после завтрака. Это все один и тот же день. Без всякого супермонтажа, только старичка. Все, занимались уже. Сейчас сам заминочка домой. Маму у нас в зале подозревает. Я сейчас растягиваться буду. Салют.